9 октября в молодежном театре на Булаке состоялся культурный вайб. Проект направлен на развитие творческой молодежи Республики Татарстан. На примере известных людей молодежь сможет постичь основы творческой профессии. Когда непосредственно творческие или вообще всякого рода люди, известные люди, они приезжают к молодежи и вот общаются, как диалог на равных. В рамках проекта выступили актеры театра и кино Иван Жвакин и Влад Конопка, известные по сериалу «Молодежка». Они рассказали не только о проекте, но и о тонкостях работы на телевидении и в театре, и как не бояться пробовать себя в новом. Диалог на равных, когда приезжают интересные для публики в определенном регионе и определенного рода деятельности какие-то более-менее известные личности, либо, может быть, профессионал в этом роде деятельности. В порядке нужно проявлять свою волю и проверить, твое это или не твое. Не надо бояться или не надо стесняться. Иван и Влад подчеркнули, что им очень понравились вопросы, которые звучат на таких встречах. Мозговитый регион, поэтому и вопросы у ребят были очень такие довольно интеллектуальные, интересные, довольно метафорического такого плана, даже немножко как социального. Вот. Не просто, что любите кушать, какие девочки нравятся, понимаете. Вот. Поэтому хорошо, что таких вопросов не было. Дарья Ледащева, Фарид Захитабы, Универ Ньюс.